Всем привет! Хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. Для этого необходимо прислать мне самый прикольный, классный и креативный анекдот. Тот анекдот, которого нет на моем канале. И, возможно, именно ты будешь этим счастливчиком и от меня лично получишь 500 рублей. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. Количество анекдотов не ограничено. Присылайте их мне в комментариях, не стесняйтесь. Чем больше, тем лучше. Как говорится, больше вероятность быть победителем. От тебя лично я всем участникам желаю только удачи. Ну а сейчас берите чай, кофе. У меня сегодня кофе в термокружечке. И поехали. Разговаривают два друга, и один у другого спрашивает: «Слушай, а что ты на рыбалку-то не ходишь?» «Да?» «Жена не отпускает». «Слушай, а ты делай, как я. Я пятницу вечером заготавливаю все снасти, утром так одеялку откидываю и говорю: ну и жопа! Моя обижается, мы с ней ссоримся, я так шапки в охапке, опа, и на рыбалку». Друг так и сделал, приготовил снасти с вечера. Под утро так откидывает одеяло, смотрит и говорит: «Ах, ну и жопа! А ну эту рыбалку!»